Но хорошо удалось выбрать зоны, так сказать, под радаку. Вот. Сбросил с подошвенника, залил. Повезло. Ну, что-то ищем примерно. Вот. Но пока не играем так много времени вместе, поэтому получается как есть. Но надо еще время, я думаю. Ну да, так тяжеловато и физически тоже, ну, хорошо тренируют, вот, но тут ничего не сделаешь, надо через игры тоже комбинации всякие наигрывать и все остальное, ну, большинство.